12 карет скорой помощи пополнили автопарки районных больниц Тарасовской области. Новый автотранспорт приобрела одна из крупных компаний региона. Машины марки УАЗ отличаются своей проходимостью в условиях бездорожья, что очень важно в сельской местности. Теперь неотложки будут приезжать к жителям отдаленных районов без опозданий, отмечают медики. Тему продолжит наш корреспондент. В этом году транспортный парк медучреждений был существенно обновлен и пополнен. В начале октября в Атыраускую область прибыли 22 новые машины скорой помощи. Еще 12 карет приобрел Каспийский трубопроводный консорциум. Компания продолжила старую добрую традицию и проспонсировала закуп автомобилей марки УАЗ. В рамках программы по социальной ответственности бизнеса наша компания ежегодно выделяет до 3 миллионов долларов. На эти средства в Атырауской области строятся детские сады, школы, больницы, зоны отдыха, спортивные площадки. Для того, чтобы сохранить стабильность в регионе, особенно в период пандемии, мы предоставили региону машины скорой помощи. Новые кареты скорой помощи пополнят автопарки Исатайского, Кызылкугинского, Курмангазинского, Макатского и Махамбетского районов. По словам специалистов, они заменят уже давно изношенный автотранспорт. Все понимают, что работа в скорой в сельской местности имеет свои нюансы. Это бездорожье и большие расстояния, из-за чего машины очень быстро изнашиваются. Теперь же эти проблемы будут позади. Выражаем благодарность компании, которая оказывает нам помощь. В скором времени в регион ожидается поставка еще 18 автомобилей. Таким образом, в сфере здравоохранения поэтапно решат проблему полного комплектования автомобилями скорой медицинской помощи по всем полагающимся станциям. Вера Шеллер, Динара Жуламан-Кызы, телеканал Атамикен Бизнес, Атырауская область.